Незаконный ЛНР повышает коммунальные тарифы. Во время совещания так называемого Совета министров стало ясно, что сепаратисты не могут удержать от обвала социально-экономическую ситуацию в регионе. В псевдореспублике кризис задерживают выплаты пенсий, зарплат, пособий, стипендий. Местное население митингует, устраивает забастовки, не выходит на работу. Самозваные чиновники продолжают кормить обещаниями людей и набивать собственные карманы. Теперь решили, что местные мало платят за коммунальные услуги и тарифы стоит повысить. А трудности с выплатой денег временные возникли в связи с расходами на начало отопительного сезона. Правда, в домах и квартирах местных жителей до сих пор холодно. Люди не понимают, где брать деньги на оплату заоблачных счетов.